Пеньку, здравствуй, мой сладкий. С праздником, доченька, мне бы машиночку вызвать это, но мне много народу-то везти. А в какой райончик вам? Нам бы Пунстежбора-то, район Пунстежбора. Я вот тут живу-то недавно, квартиру мне как участницы войны дали. Это, ага, мне... Ой, сейчас пока машиночка не свободненьких, долго будет она ехать. А сколько долго-то, дочка? А нам бы вот, знаешь что, мой миленький, нам бы на 8 человек машинку, такая баша-то есть? Нет, нету. Ты мой сладенький, тебя как звать-то, мой милый? Кристина. Ты мой миленький, Кристиночка. Вот ты знаешь что, а вот если я 2 башенки вызову, мне будет скидочка-то какая-нибудь это? Так, мой милый, я подожду, если вызовут, но мне скидочка-то будет какая-нибудь. Нет, у нас не делают скидок. Так а на 9 мая-то Владимир Владимирович Путин-то там что-то говорил по телевизору-то. Ну и у нас нет. У вас нет такого, да только на паровозе, что ли, это? Хорошо, мой золотой. Здравствуйте, милый, ты это другая уже дочка-то, да? Что ты говоришь, что я тебя не понимаю? Алло. Алло, мой милый, это Кристюшка, ты что ли опять? Да, это я. А что там кто-то говорил, я ничего не понимаю. Что-то говорили. Это я просто фоном-то по-другому разговаривала. А. Да ты, сильный праздник, что ли, сегодня? Прям я не знаю. Ты сегодня... Я ведь всю жизнь на фабрике отработал красноталкой. Фабрику закрыли, это... Прям я не знаю, мой золотой. Мне бы вот, конечно, машинку-то вот 2 бы мне тогда, что ли. Я уж все такси обзвонил, я не знаю. Меня где-то напоролся, как скотина, прям я не знаю. Мне до дома-то его довезти надо, и внуков тоже. Ведь... Да я звонил туда, в чем дело, что я звонила, мне велено тут везде звонить. Я уж куда только не звонила, я прям не знаю. Нет, ничем не можем помочь. А если вам через часик-то перезвонить, Донька? Ну, попробуйте, там посмотрим, может быть, появится свободный. Кристюш, ты, если что, приготовь мне 2 машиночки-то. Ну, я посмотрю, если будут свободненькие, я обязательно вам вышлю. Ну, мой сладкий, если что, дед-то поедет, он у меня дебошир. Он тоже и войну-то прошел, и это, блокаду держал в Питере-то прям, я не знаю. Мы тут на праздник ездили в Питер-то прям, нас по музеям водили, ага. Вот это. Маденька, хорошо, если машиночка освободится, я вам дам, хорошо? Дочка, давай, мой Кристюшка, давай, я тебе перезвоню еще. Ты меня, это, будешь слушать ты еще, да? Хорошо, мой сладенький, давай, умница, дочка, давай. Жениха тебе, мой злотой, давай, ага.